Давай сделаем ЦЗ дома вкуснее, чем в ресторане. Куриное филе с солем, перчем и на сильный огонь по 3 минуты с каждой стороны. После убери в тепло, пусть отдохнет. Теперь нарежь хлебушек, сбрызни оливковым маслом и обжарь на сухой сковороде. Для соуса мелко наруби чеснок и анчоусы. Натри пармезана и сразу нарежь немного слайсов для подачи. Замешай 2 куриных желтка с горчицей и пармезаном. Добавь анчоусы с чесноком, сок половины лимона и хорошенько взбей. Вливая оливковое масло, продолжай взбивать, пока не получится вот такая консистенция. Нарежь салат, да, его можно резать. Смешай его с сухариками и частью соуса. Нарежь помидорки черри и курочку и собираем салат вот так. Не забудь про пармезан для подачи. Домашняя еда может стать интересней. Пробуй!